Друзья, добрый вечер! Прожектор Пэрис Хилтон снова на Первом канале. За майские праздники наш состав немножечко помолодел, похорошел, а кое-кто даже изрядно похудел. Иван, опять вы мне завидуете? Да нет, Саш, я просто боюсь за вас. Если так дальше пойдет, вас совсем видно не будет. Не волнуйтесь, меня трудно не увидеть. А у нас в гостях замечательная девушка из красивого села Яблоновый Гай. Встречаем Банну Дарью! Да. Мне тут подсказывают, что Дарья задерживается. Эх, опять эти вантимские пробки! Ну что ж, нужно как-то спасать ситуацию. Давайте пока почитаем прессу. Давайте. Вчера в школьном микрорайоне была замечена группа лиц, которая весьма неординарно проводила время. Как выяснилось позже, эта добросовестная ученица 8 класса работает над новым ученическим проектом по теме «Ландшафтный дизайн». И так как еще не расцвели еще все цветочки и листочки, находчивая Дарья нашла способ, как делать композиции из живых одноклассников. Надо сказать, что Дарью вообще трудно увидеть в одиночестве. Да-да, там, где она, там всегда много народу. Вот такая она у нас, девчонка-озорница. Александр, ну, скажите нам по секрету, как вы за какие-то 2 недели сбросили так много килограммов, а? Так я спортом занимаюсь, Иван, в отличие от некоторых. Вы бы видели меня, как я вчера исполнял на катке. Трай-тай тулу, сальто. Раскручивал партнёр! Ой, Александр, Александр, сядьте на место уже! Вспомните, вы Саша Цикало, а не Коля Цискоридзе. Успокойтесь, пожалуйста. Ничего вы не понимаете в спортивных танцах. Да какой вы танцор, Александр, я вас умоляю. Я вчера смотрел передачу «Лёд и пламя», так вы там у Тарасовой на плече заснули. А вот кто действительно зажигал, так это наша героиня. Смотри вам сюжет. Вечер, дорогие друзья! В эфире красочное шоу! И первыми на этой сцене появляются Баннова Дарья и Ерешкин Диман! Слово... жюри. На самом деле, молодец, умничка. Вы вспомните, какая она была. Она ведь ничего не умела. У нее ничего не получалось. Это была просто бездарность. Я про заворотнюк. Глядя на ваше выступление, хочется встать и закричать. Вас в детстве били! Ребят, ваш номер произвел на меня впечатление разорвавшейся бомбы. Я контужен. Друзья, как мы видим, наша героиня часто участвует в различных конкурсах. Она не только участвует, но и побеждает в них. Да об этом постоянно пишут. Что? Друзья, Дарья проиграла. Какой ужас! Дарья проиграла в принципиальном конкурсе за звание самый раскрученный человек года. Это, наверное, произошло из-за весеннего авитаминоза. Нужно ей побольше фруктов есть, пить морковный сок и, между прочим, могу посоветовать хороший... Братюшки, Александр, сядьте на место! Вспомните, вы Саша Цикало! Саша Цикало! А не Геннадий Малахов! Вы сегодня как никогда! Вот что диета животворящая делает! Слушайте дальше. Но Дарья достойно приняла поражение и тем самым доказала, что способна преодолеть любые трудности на жизненном пути. Ну а мы смотрим сюжет. We'll be right back.
Что-то наша героиня очень долго добирается. Зато, когда она появится, я вас уверяю, то взорвется вся студия, можете не сомневаться. Я-то ее знаю. Ну, когда же она придет? Я весь нетерпенец. О, без тебя, все не нужно. Александр, Александр, сядьте, пожалуйста, уже на место. Еще со смекалой нам тут не хватало. Успокойтесь, пожалуйста. Да ладно вам, пусть человек поет, если душа требует. Смотрите, вон, Даша поет. А это же то самое выступление, за которое Даша получила свой главный приз. Точно. Давайте, посмотрим, как это было. Давайте. Сегодня у нас в гостях Михаил Прохоров. Знаете, я всегда очень завидовал людям, которые умеют петь. Пожалуй, это единственное, что я делать не умею. Я уверен, что все люди на Земле, которые умеют петь, завидуют вам, Михаил. Пожалуйста. Ну, для меня, конечно, это аргумент. И тем не менее, так как вы поете, я реально завидую. И я хочу подарить вам то, чем горжусь я. Это мой Йомобиль. Это сертификат номер 100. Друзья, Йомобиль! Спасибо за подарок для победительницы. Первые 4 машины шли вам, помните? Я же вам обещал. Да, первые 4 машины, Прожектор Перескил, это точно. Но когда это было, Иван? Большая разница! Вот они наши, Йомобильчики! Так, все. А знаете, после эфира Михаил мне так по-дружески, там, по секрету сказал, что если Даша победит в конкурсе «Лучший ученик года», то он подарит уже ей не сертификат, а настоящий Йомобиль. Вот так. Дорогая Даша, у нас к вам столько вопросов. Скажите, пожалуйста, а правда, что вы – это вы? Правда, я – это я, а это все мои друзья. К сожалению, время нашей телепередачи подошло к концу. С вами были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Бартиросян. И, конечно, Александр Цикало!
До новых встреч! Дарья награждена дипломом как лучший ученик района 2012, лучший ученик года 2012. Даш, поздравляем тебя. Давайте вспомним обещание Михаила Прохорова, что если Даша победит в конкурсе лучший ученик года, то он подарит ей ее мобиль. Все помните? Да. Так вот, я вчера с ним там побеседовал. И вот он передал обещанный приз.